Всех тепло приветствую. В Белгороде сейчас сентябрь, погода летняя. Мы находимся в парке имени Ленина. Это центральный городской парк. Здесь еще есть цветочки. Цветочки цветут, потому что тепло. Мы прошли самое начало парка и приблизились к центральной сцене. Здесь проходят разные праздники, выступают творческие коллективы Белгорода. Сейчас сцена пуста и просто звучит музыка. На столбах есть динамики специальные. А дальше мы посмотрим, какие есть аттракционы для детей в парке. Их много. И я вам покажу, где они находятся, как туда пройти. Мы подошли к такому уютному местечку для отдыха. Здесь есть лавочки. И приближаемся к парку аттракционов.
Если пойти по дорожке и свернуть с научной библиотеки, то можно прийти еще к детским аттракционам. И покататься на площадке, на скейте. Либо на велосипеде. Давай сначала на колесо, да, пойдем?